ты первая рыба. Фиолетовая приманка сработала. Прямо уже здесь почти у лодки. Кто ты? А, это бершик был. Это был бершик. И бершик сошел. Вот такой хорошенький, грамм 500, наверное, думаю, был. Фиолетовая минога экшен. 75 миллиметров, да, 3-дюймовая. Приносит первую поклевку. Жалко, не удалось подержать его в руках, но самое главное, что он клюнул. Друзья, всем привет. Утро. Река Ака. Я в лодке. Уже вовсю ловлю рыбу. Давайте вы тоже присоединяйтесь к моей рыбалке. Будем ловить вместе. А то одному как-то скучновато. Вот. Что, первую поклевку мы с вами уже увидели. Это не радует. Осень, водичка остывает, хищник должен активироваться, да, но знает ли об этом еще сам хищник, что он должен активироваться, узнаем из сегодняшней нашей рыбалки. Я сегодня взял с собой комплект спиннинг Running Rush Sonic 7,28 граммов, моя такая домашняя палочка для реки Ака, да, 7,28 унцовочка, 2,43 длина. Плетенка 0,8, 8 жилок Ханза Пандора и катушка Риоби Рикина Танара 4000 биджи. Вот. С утра был такой сильный туман, плыла какая-то, вот не знаю, шняга, какой-то мусор обычно почему-то по утрам вот, несет непонятно какую-то грязь. Вот, ладно, давайте не будем терять времени, приступаем к рыбалке. Рабочий день на реке. Лодок что-то вообще немного. Один парнишка тут проплывал на электромоторе, блесенками щука кидает, и пока тишина. Даже как-то подозрительно. Либо за выходные здесь все уже вымели подчистую. Хотя вот один берж был. Я вот с самого утра иду вдоль бровки. У нас вот так вот здесь бровка, да, идет. Такой хороший свальчик. Обкидываю 5-10 раз, кину. Поднимаюсь метров на 20. 5-10 раз кину, поднимаюсь метров на 20. Ну, где-то вот сейчас на третьей постановке. Перебираю приманки, да, на фиолетовый цвет. Получил поклевку. О, удар. Блин. Прям или задев об рыбу был, или что-то прям такое непонятное. Ну, и вот получил поклевку бершика. Жалко, он только сошел. В толще воды я видел, что это был бершик. Я знаю, надо сделать волшебный обряд. Чаю стаканчик выпить, съесть бутерброд волшебный, клевучий. И должно обязательно клюнуть. Да, так скажем, позавтракаем. Это с утра рано проснулся. Даже чаю не попил, поэтому все на свежем воздухе, на природе. Сейчас пьем вкусный чай, найду там в рюкзаке свои бутерброды и продолжим. А, красота. Ну что, подкрепились? Позавтракали? Продолжаем. Какая-то рыбка плещется. Но нас интересует хищник. Так, что здесь? Кидаю 18 грамм. В принципе, вполне достаточно. Классическая проводка. Два оборота, пауза. В общем, классический джиг. Блин, сейчас такой удар был. Просто он сложил приманку. Пздынь просто. Ага, вот. Зубки. Ну, что-то такое не крупное. Бершик. Бершик или... Щучка, что ли?
Непонятно, ну вот зубки присутствуют. В груз, приманку сложил, ну бздынь был хороший. Обидно. Кидаешь, 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 кидаешь. Ждешь эту поклевку. А в итоге... А в итоге ничего. Давай, клюнь, попадись. Мы на тебя посмотрим, поблагодарим и отпустим. Есть! Ух ты! Ох, как он сопротивляется-то! Вау! Такой опять удар! Кто ты? Воин! Судачок! Судачок взял! Сейчас сойдет. Нет, не сойдет. Есть. Есть судачок. Такой вот. Ну, не знаю, грамм 700-800. Поменял резину, цвет. Все перебираю, перебираю модели, цвет. Но вот там был удар, да, на такой, так скажем, белокислотный. И поставил чуть поменьше резинку. Это у нас Minogue, блин, Cooper Action, могу попутать, но вставлю здесь на название точный цвет и модель. И вот она проводка, такой звонкий, бдыщ, блин, прям класс, вот таких ударов ты ждешь каждую рыбалку. В общем, резина Minogue работает, да, бершик сошел. Класс, судачка поймал, но надо его это отпустить по-быстрому. Клыкастый, мой друг зубастый, отпустим тебя. Ай-яй-яй, тихо, сейчас мы тебя отпустим. Спасибо тебе, дружище, за поклевочку. Еще кого-нибудь позови нам, давай. Ну, трепыхался. О, все, ушел. Давай, пока, дружище. Ну, это уже хорошо. Это уже радует, да. Сижу я, значит, вот так вот закинул ножки на борт лодки. Делаю обыкновенную, да, проводку, два оборота, пауза. И тут такой... Пум, блин, вот такие вот поклевки мне нравятся, злые. Не то, что когда там тюк-тюк, пускай вот он, да, не такой и крупный, но приятный судачок, там докилошный, околокилошный, нормально. В принципе, такого и пожарить можно, но мне сегодня... Он совсем не нужен, пускай плывет, растет и радует нас всех поклевками. Друзья, отпускайте тоже некрупную рыбу. А то иногда смотришь на реке, забирают всех мальков, всю мелочь. Куда вот эти стеклянных, оловянных, деревянных. Пускай растут и радуют нас. Сейчас был бздынь, прям хорошо рыбка подсела, но не до конца, прям тух. И причем только поставил фиолетовый, поменял опять, да, так скажем, с этой с желтоватой кислоты такой на фиолетовую экшен. И происходит поклевка. Но рыбку достать мне... Не удалось. Ну-ка, доловим, не знаю. Вон появились лодки. Как это, автобусы по расписанию. Ходят троллингисты. Туда-сюда, туда-сюда. Давайте, кто там в комментариях, напишите, кто. Кто за троллинг, кто против троллинга. Не знаю, я как-то пробовал. Мне троллинг совсем не зашел, не понравился. Как вам? Давайте, напишите в комментариях.
кто любит троллинг. В чем фишка троллинга? Да? Да, походу выход был временным, краткосрочным, ну, не знаю, да, опять погода не та, течение не то. Все, в общем, как всегда. Но главное, что рыбу в руках уже подержали. Время еще для рыбалки остается. Там у меня впереди есть песчаные такие пляжи. Пойду посмотрю, там бьет часто жерех. Попробую, может быть, половить жереха. Да? Разнообразим немножко рыбалочку. Так, меняем резину на тейл спиннер. Блин, много поотрывал. Грузов, которые нужны, особо не осталось. Блин, плещется он здесь, плещется. Но он такой, зараза, привередливый. Не особо дается. Ладно, попытаем удачу свою рыболовную. Было бы, конечно, неплохо почувствовать, как он сопротивляется. Но осталось дело за самим жерехом. Кто ты, кто ты? Что-то меленькое. Окунь на 18 грамм тейл спиннер работает, да? Опять же, перекат. На перекате окунь. А вот, вот и жерех погнал. Да, друг? Жереха мне позови. А даже не 18 грамм, 21 грамм тейлик этот. Тяжеленький. Попался. На течке держится. Сейчас отцепим, отпустим. Жерех на оке. Самая, блин, несговорчивая для меня рыба. Он плескается просто, перебирая кучу приманок. Ну, не хочет он брать, не хочет. Вот, ладно. В принципе, рыбку половил, поклевки ощутил, рыбку в руках подержал. И это уже замечательно, да. Не с нулем и отлично. Ну, такая у нас рыбалка на оке. Нравится, не нравится, можете оценить данное видео. Ну, а я поехал собираться, готовиться уже к следующим своим рыбалкам. Вам, как всегда, всем спасибо, что смотрите. Если вдруг кого-то лагает YouTube, видео дублируется на Дзен, Рутуб, ВКонтакте, заходите, милостью прошу. Ладно, давайте всем побольше трофеев, огромных, больших, злых рыб. Не хвоста, не чешуи. Пока-пока. До встречи на рыбалке.